по традиции главный трофей чемпионата Датсун МХЛ из офиса лиги отправляется на финальную серию, по итогам которой он останется у победителя до следующего плей-офф следующего сезона. Впервые кубок прибыл в Нижний Новгород, где любой желающий сможет свободно сфотографироваться на фоне кубка перед матчем. Уникальность кубка заключается в том, что на его вершине закреплена фигура известного советского легендарного хоккеиста Валерия Борисовича Харламова, которую специально для лиги изготовил известный скульптор Фрэнк Майслер. И еще раз говорю, что любой желающий может сфотографироваться с кубком перед матчем. Приглашаю всех на хоккей.